Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Заметила за собой, что постоянно себя ограничиваю. Как только замыслю что-либо, сразу выстраиваются в ряд ограничения, следом ощущение безысходности, как стена. И внутри начинается как ход вдоль этой стены. Понимаю, что нужно искать варианты и простраивать через действие результат. Я как будто не вижу ничего, кроме ограничений. Почему так происходит? В чем причина? Заранее благодарю за ответ. Да через иллюзию-то ничего и не увидеть. Это ж как морок. Вот стоите вы, а там где-то ваш результат. А между вами и результатом чей-то сценарий, как иллюзия, как с запретными флажками. Знаете, как животное загоняют? Ему деваться некуда. И он тогда ложится, оно ложится, и все, и ну, все, попал. Так вот и вы туда не идете. Почему я каждый раз пытаюсь донести, что-то захотелось? Вы не думаете. И начинайте всегда с малого, чтобы даже если окажется, что фисташковое мороженое не такое, какое вы себе представляли, вы не слишком будете об этом жалеть. Не надо браться сразу за глобальные проблемы. Ну не надо. Не надо сразу вкладываться в биржу, вот как я сегодня тут слышала. А может не в биржу вложиться? Я говорю, подождите, а у вас есть к этому хоть какие-то предпосылки? Он говорит, нет, а как вы будете вкладываться? Ну там же все. Вот не надо, как все. Вы должны понимать, что вы делаете, и точно отслеживать свои «хочу». Не то, как я думаю, что так получится. Не надо думать, надо выстраивать. А чтобы выстроить, нужно понимать, как вы сами с собой честно дружите. Поднимается импульс, пошли. Не поднимается, не хочется, не надо, не делайте. Перестаньте над собой издеваться. Вы же как головоноги падаете все время спиной в прошлое. И переворот происходит, только он отрицательный, степень отрицательной. И начинаете сами себя наказывать, гнобить, там, как-то уничижать себя, там, еще там себе что-то придумывать, на голову одевать. Захотели мороженое, встали, пошли купили. Захотели что-то, есть возможность, пошли сделали. С другой стороны, сразу противовес делаем. Есть кредиты, откладываем, закрываем. Уравновешиваете систему, чтобы не только было «хочу», но и то, что уже натворили, нужно закрывать. Это не так сложно, но в этом нужно чуть-чуть разобраться. Нет ничего в вашей жизни того, с чем вы не справитесь. Все, что нагородили, работает в обратную сторону. Противоположность закрываем.